Всем привет! Сегодня я покажу, как лепить молочка. Да, я вам даже в следующем видео говорю. А сегодня мы будем лепить молочка шоколадная. И с вами Коновернико Бабочка. Сейчас выберем какой-то цвет, за которым глаза. Окей? Запоминайте, какие цвета. О, коричневый как раз подходит. И теперь они тут остались. Мешаем. О, она попалась розовой. И теперь это будет вкус мороженого. Это вафелька сама. А теперь мы будем начинку искать. О, фиолетовый, смотрите. Нам попался фиолетовый. Давайте начинать лепить. С коричневого. Да, но тут уже все ясно. Нужно нам взять коричневый, слепить немножко колбаски, вот так вот ее скрутить. Если у кого-то длинная получилось, то нужно вот так немножко согнуть. Теперь берем розовый. Розовый. Я вообще обожаю розовый, мне повезло прям. Делаем 3 шарика. Да, реально, мы делаем 3 шарика. Один вот сюда, вот. Другой вот сюда. А третий шарик должен быть большой посередине, окей? Вот так вот, посерединке. И, кстати, я Вероника, а моя мама... Я сегодня буду делать молочко. Ну да, я вам это уже говорила. Тут моя сестра. Это моя сестра. Если что, она там пишет. На машинку, хочу на... Иди на машинку. Иди на полетение. Хорошо, только не мешай мне. Иначе ты будешь огулем. Короче, друзья мои, это моя сестра, я с ней говорю. Ее зовут Маша. Хотите? Не показать. Тича. Хочу игрушку. Короче, я вам могу ее показать. И сейчас вам покажу свою сестру. Вот это моя Маша. Маша, скажи привет. Короче, у нее есть радостные друзья. У кого есть радостные друзья, ставьте лайк и подписывайтесь. На мой канал. Вероника Бабочка. На ключи. Маша, блин, это не ключи. Ключи, блин. Короче, это моя сестра Маша. Я вам ее уже показывала. И на счет 3 я вам покажу, какое у меня морожка получилось. Давайте. Если что, мы любим такую... Так, и фиолетом начинку делаем. Смотрите, как у меня морожка получилась. И всем пока. С вами была Вероника Бабочка. Мама. И король. Мамочка. Это не всегда. У меня есть помадка. Сейчас губ подкрашу. Давай. Сейчас губ подкрашу. И всем пока. Кстати, это была моя помада. Да. Всем пока. Ставьте лайкосики.